сегодня свой день не начинаю с мороженого, так как буду его делать завтра. После работы, естественно. Я завтра работаю всего до 10. Сегодня у меня будут фаршированные цукини. Пока еще не знаю чем. Цукини, когда есть цветочки, их можно жарить в кляре. Они очень вкусные. Их можно начинять моцареллой, еще чем-то, тоже вкусно. Ну, так как они у меня, знаете, никакие, то мы их выбросили. Вот. Вот стою и думаю, то ли их тунцом начинить, то ли их сделать мясные с рагу. Мясные с рагу у меня есть большая часть клиентов, но есть такие клиенты, которые едят только рыбу, поэтому, наверное, будут с тунцом. Так как цукини у нас мало, ну как мало, не очень много. Сейчас я, конечно, помою. То я решила добавить еще баклажан. Были баклажаны по скидке, я их взяла, и они вот такие. И чтобы их нафаршировать, их надо поделить, ну, наверное, части на 4. Раз и два. Сейчас это все помоется и выберется срединка, и будут такие у нас лодочки. Если лодочка неустойчива, ее можно чуть-чуть подрезать. Я думаю, что она и так стоит, да? Стоит? Да, куда ж ей деваться? Стоит. Там у меня сзади слышно, да? Шкварчит зажарочка. Сейчас мы эту зажарочку добавим, все срединки. Можно в сыром виде. Но сегодня я сделаю в зажаренном виде. Так, чтобы получился один противень, ни больше, ни меньше. Но сейчас попробую сначала это. А если место будет, то добавлю это. Все чистенькое, все помытое. Я думаю, вы знаете, как выбирать ложечку. Берете ложечку. Вот так, потому что ножом так не получается. Естественно, немножко мякоти оставляем. И сейчас сразу. Это в одну сторону, это в другую. Точно так же делаем с цукини. Или с кабачком. Видите, какие молоденькие. Причем были по скидке. Вычищаются они очень хорошо. Одним плавным движением руки. И все. Главное дырочку ковырнуть. И поехал дальше. И все. Сейчас я это все срединки измельчаем ножом. Не сильно мелко. И добавляем в зажарочку. На большом огне. Зажарочка. Сейчас мы это все чуток, ну, как бы дадим уйти лишней влаге. Это я для того, чтобы не добавлять панировочные сухари. Потому что у меня есть люди, которые и глютен не переносят. Блин, кого у меня только нет. Что делать, что делать? Пришлось делить на две миски, потому что у меня маловато тунца. Вот это весь тунец, поэтому у меня есть рагу, у меня есть тунец. Сейчас по ложке риса сюда-туда, я уже тут посолила, поперчила. Одно будет с тунцом, а второе будет с мясцом. Начинка number one. И вот такая светлая будет с тунцом. Ну, естественно, пожмение риса. Хотя говорят, что в рыбные блюда сыр не идет. В запеченные блюда сыр идет. Поэтому добавляем. Так, там уже у меня для салата овощи гриль готовы. Сейчас. Вы где? Вот вы где. Легкий взмах крыла. Вот это с тунцом, видите. Даже не хватило баклажанов, начинила луковицу. Вот эта часть пойдет в салат. А те, которые пошире,
Ну, теперь, естественно, сыр. Добавляют панировочные сухари. Итальянцы, ну, так как у нас блюдо без глютена, без ничего. Сыр можно. И у нас есть теперь и мясное, и рыбное, и безглютеновое. На все вкусы жизни. Сейчас еще тоненькая струйка оливкового масла. Хорошего такого. И в духовочку. Запекаю при 170, чтобы они пропекались и не горели. Вот это оно все пропитывает, пропитывает, пропитывает. Потом покажу. Готовы. Сильно я их не зажариваю. Видите, как они масляную юшечку мне спустили. Эти, которые с тунцом, тоже смотрятся. Единственное, что мне не нравится, вот этот бортик грязный. Но это уже так я перекладывать не буду. Маленькое лирическое отступление. Тереза на диете, говорит: Лиль, сделай мне, говорит, сбор фрукты. Я говорю: ну, у меня, собственно говоря, только ананас. Ну, говорю, еще дыня есть в холодильнике. Она говорит: ну, давай дыню с ананасом, и я добавлю банан. Я говорю: хочешь сама порезать? Она: не-не-не, порежь ты, бо я так не умею. А что надо уметь в дыне? В дыне надо уметь вырезать красиво серединку, как и в ананасе, собственно говоря. Чтоб в дыне вот эти сопли не висели, так я и готовлю. Отдельным гвоздем нашей программы отложила все в сторону. Что у них сейчас со щитовидкой у всех после прививочных наших, блин, всплеск энергии, всплеск нервов. Кушать то нельзя, этого нельзя. Короче, все сидят на гормонах. Потихоньку мы их лечим. А это мне носок. Понесла Терезе завтрак. Я бы сейчас сливками или мороженым, ну, еще бананчик сюда. И такой, знаете, хороший бы завтрак. Но им нельзя. Девочки, мальчики, кому еще для похудения. В общем, сегодня у нас овощи-гриль с моцарелкой. Сегодня нет салата с тунцом, с рыбой, потому что у нас фаршированные овощи с тунцом, с мясом. Ну, короче, на любой цвет и вкус. Как вам? Каждый ищет то, что хочет. На силу дождались нам экрана. Сейчас будем снимать и ставить новую. Ну, как новую, відремонтированную. Добре, що приїхав, бо поки його не було, ми вже тут трохи чуданули. Не буду вам показувати, що, бо скажете, що ми мангалоїди, а ми і так це знаємо. Я думав, хотів, щоб нам купили теж такого маленького, якось у Піро. Подивився, ні, не хочу я більше такого малого. В ньому там нема де розвернутися. У нас тут хоч гопки скаче, а там одна рука тільки залізе. Так що хай буде великий. Два. Три. Один ще додому. Що, у нас робота кипить. Одну зняли, погрузили, другу зараз будемо ставити. Так що я з вами сьогодні тільки привіт, привіт. І далі працювати. Ну ви не переживайте, у нас тут не скучно. Тим більше, що з нами сьогодні такий чувак. Ви щоб знали. Знаю все. Вообще, що не спитай. Лучше всіх в усьому розбирається. Я все думаю, як ми до цього робили? Та що там робили? Я все думаю, 40 років жив я даром, поки не познайомився з ним. Коротше, ну прикол тут тягнув, все нормально. Побільше б таких весільчаків оце. Пацани пішли пити кофе, а ми вже напилися його ще зранку, поки їх ждали. Лука объяснил Перу, как со мной работать. Так что мы уже тоже слаженная команда. Он говорит, ему не надо объяснять. Просто пальцем показываешь направление, в какую сторону идти. И он идет, говорит. И бывает такое, что не вертается. Не, шучу. Ну что мне сказать, объяснять, там пытаться. Если просто покажи, в каком направлении треба что-то сделать. То я себе пошел мовчки руки. Вот так вот мы работаем. Знаєте, для чого люди купляють дорогі електропорші?
для того, чтобы на них возить стиральные машинки, коляски и все остальное. Я оце что думаю, а чё це мені раньше никто не сказал, что якщо в суботу відробити не 4 часа, а 5, то це совершенно другие цифры вже. Ё-моё, все, теперь роблю тільки по суботах и по 5 часов. Це вам вже, як то кажуть, не в муку пукать. Це вже бабоси, бабоси. Ох і жарить, мама дорогая. Дивіться, прикол, підігнав луки пасту, і тепер зранку його треба в обід і вечором. Лука! Окей? Турбо. Схаменись, малий, бо він вже очі сліпить. Супер нью! Кому прийшов помити такі сраданки, па? Что это у нас тут за электроптах якийсь завез? Чи це вони сосну пиляють? Що б оце я без вас YouTube мамів робив би? Бачите, нагадали мені за бороду. Набрався смілості, пішов постриг. І, ну, верніше, набрався цього циганського. Ну, як набрався, дві бутилочки вколов. Зараз сосасолу п'ю. Для мене це стригти цю бороду — це катастрофа. Бритись — то я взагалі мовчу. Я це під дулом пістолета тільки. Але на цю жару треба. Мазуту взагалі вимити невозможно. Так що я, як той казав, не осуждаю тих жінок, які не бриють свої ноги. Тут лице нема коли лінь постригти чи побрити. Так що, дякую. Славик у нас зліва. Зліва не могу ще, дивися. Тече, зараз може, зараз не засарає, ох, красиво. Такого дощу я ще ні разу не бачив, блін. Але таке, що диви, яка глибина. Це 5 сантиметрів іде тече вода по всій поверхні. А тут взагалі до океан. Слава каже, хто це дрова пиляє. Та цикади тріщать. Жарко. Що ж, огурчик, ти не весел, що головочку повісив? Щас полюка я тебе. Де ж наші огурці? Це теж вроді огурець. Пустоцвіти. Я ж вас не для пустоцвіта сажала. У нас на второстепенних повинні бути. Огурчики. Вот эти, как Луиджи на накрыл, чтоб... Да я думаю, что не взойдет укроп. Сейчас такая жара стоит. Накрыл, чтоб коты не разгребали. Да. Они ж хитрые, они проберутся и так.